вешать буду, наказывать. Значит, еще раз, пацаны, не обижайтесь, вы злите меня. И если я раньше вам ставил так, за красивые глаза, есть один, как он называется, есть одно, один норматив, который может вас никто почти не делает. Это переброс. Против Дана и Дениса, все, остальные ноль. Вот за счет него я могу вам ставить конкретно. И кто-нибудь будет ходить, я просто вас приму. А там напишу, что не аттестован, не хватит. И будет на следующий год. А если мне пойдут молодежь, 10-й класс, 9-й.
бабки есть, я еще раз говорю, здесь подножки не делают. Убью нафиг. Понял, ты? Все ладно. Я меня прощаю. Есть правила поведения, так веди себя. Понял, тренер? Еще раз. Вы что, ты сделал что-нибудь? А ты?
50. Thank you.
не сорвался. Пошли. Раз, два, три. И пошли сюда. Раз, два, три. В эту сторону. Раз, два, три. Еще раз. Раз. Мы танцуем, да. Раз, два, два, три. Опа. Стоп, стоп. Ложимся на бок. Рука. Ножка. Ножка. Стоп. Посмотрите. Вот такая страховка должна быть у вас. Еще раз. Значит, не спеши, не спеши брать. Я беру, а потом ты просто укистаешь и берешь. Вот на ручке. Вот, посмотрите, это касательно больших. Идите снизу. Правые и в стороны. Руки у вас должны быть не прямые, потому что когда вы подсекаете, противник падает. Партнер, у вас руки должны быть здесь, поближе. Вот я взял поближе и пошли. Раз, два, три, в эту сторону. Раз, два, три, в эту сторону. Раз, два, три. Оп. Видите, да? Вы как раз будете держаться. Первое. Значит, те, кто будет большой и маленький. Почему? Потому что если два больших или два маленьких, обязательно долбануться. Еще раз. Значит, ваше задание, Денис, Андрей, Вика, да. Андрюшка, да, да, Даниил. Еще раз посмотрите, что вы сейчас будете делать. Пожалуйста. Мне главное, чтобы, во-первых, руки они не выставили. Во-вторых, делайте то, что я показываю. Пошли. Значит, раз, два, делайте шаг и поднимаете его. То есть старайтесь его раз поднять. Раз, два, оп, поднять. Без подсечек. А то вы поднимете ноги, уберете, как грохнется, и все. Еще раз. Раз, два, шаг, приподнять. Понятно, да? Спасибо. Так, Денис, два. Андрей, сюда. Сюда. Туда. Вы будете идти по кругу. По кругу. Кругу.
15.